Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня очень быстро, очень простой, практически диетический ужин. Приехала с работы, дочка требует еды, так как она периодически сидит на какой-то там диете, то ест, то не ест. То сегодня ужин очень легкий, такой девчачий, я бы сказала. Что у меня есть? У меня кусочек сальмона, лосося, свежая рыба. Это бумага для выпечки. И что я сейчас буду делать? Перво-наперво я включу сковородку, чтобы она у меня уже разогревалась. Пусть себе греется, потому что буквально рецепт 5-минутка. Итак, рыбку я перекладываю на пергамент. Это все, что мне нужно сделать. Дальше. Несколько капель буквально масла. Совсем чуть-чуть. Моя дочь не очень любит специи, приправы и так далее, поэтому ест она в основном просто с солью. Итак, чуть-чуть соли. И мы закрываем нашу рыбу, запечатываем в пергамент. Чтобы закрылась она у меня на середине. Выровняли и запечатали. Все, друзья мои, сковородочка у меня горячая. С той стороны, где шкурка, на сковороду, на хорошо разогретую сковороду, засекаем 2 минуты. Пока я жду 2 минуты, я беру авокадо. Помните, да, ребенок у меня на какой-то там новой диете. Рыбу можно, авокадо можно. Авокадо вместо салата сегодня у нее такой гарнир. У нас как раз сейчас сезон, грех не воспользоваться. Очень полезная такая история авокадо. Масляный, вкусный, хороший. Все, прямо в тарелочке порежу. Для авокадо нам, собственно говоря, ничего не надо. Только сок лимона и немного соли. Гарнир готов. 2 секунды. Засекаю еще 2 минуты. Переворачиваю рыбу на другую сторону. И еще 2 минуты. Прошло еще 2 минуты. Выключаю плитку. Быстро снимаю рыбу с огня. Осталось развернуть и выложить на тарелочку. Еще немного лимонного сока. Ну вот, друзья, ровно 6 минут. Я думаю, что она не обидится, если я вам покажу, какая рыба будет на разломе. Что хорошего в этом способе? Во-первых, чистая сковорода остается. Во-вторых, когда жарите, нет запаха рыбы. И в-третьих, очень-очень быстро и весь сок остается внутри рыбы. Почему? Да просто потому, что вот эта бумага для запекания не дает рыбу оставляет сочной. Она как бы запечатывает все соки внутри. Сейчас я вам покажу, какая она будет на разломе. И вот посмотрите, моя рыба. Она полностью готова, она сочная. Вот этот вот бледный цвет. Это не говорит о том, что рыба сырая, это говорит о том, что она уже готовая. Она была розовой. Очень вкусная, очень сочная рыба. Если кусочек у вас потолще, возьмите, ну, сделайте 3 минуты с одной стороны, 3 минуты с другой стороны. Очень рекомендую есть прямо вот с кусочком авокадо. Это реально очень и очень вкусно. Обалденно. Не могу остановиться. Зачем-то включила еще раз таймер. Друзья, готовьте. Готовьте с удовольствием. Кормите вкусно себя, родных, близких. Подписывайтесь на канал. Ваша тетя Соня.